Всем привет-привет! И сегодня у нас очередное задание из учебника по черчению. Необходимо выполнить чертеж изометрической проекции детали. То есть надо нарисовать эту деталь также в изометрии, но при этом у нее следует удалить части по нанесенной разметке. Вот, то есть 1, 2, 3, 4, 5... 6 кусочков нам нужно удалить из заданной детали. Приступим к выполнению задания. Все, первая часть задания выполнена. Мы тонкими линиями нарисовали контур детали. Теперь приступаем к выполнению второй части задания. Нам необходимо вырезать 6 кусочков. Вот эта сторона получилась видна, соответственно, рисуем ее как видимое. Так как передняя грань разрезается, получаются видимые задние стенки образующегося выреза. Задняя стеночка выреза тоже получается видна. А так как верхнюю грань мы стираем, потому что она отрезается, получается заднее ребро будет уже видимым. И его длина пойдет 50 мм. Это очень важно не перепутать. Тогда, когда часть выреза открывает нам как бы спрятанную часть детали. И у нас остается последний вырез. И так как по заданию у нас нарисована линия симметрии, это говорит о том, что вот данный вырез слева
Он находится и справа детали, но только он спрятан. И когда мы отрезали верхнюю правую сторону, кусочек от нее, соответственно, у нас тот вырез, который до этого момента был спрятан, теперь он у нас, получается, становится видимым. Но видимым частично. Никогда не забываем про обводку. Это очень важно. Посмотрите, как насколько выразительнее становится деталь, обведенная мягким толстым карандашом. Все оставшиеся вспомогательные линии, не до конца стертые, как бы скрываются ею. Деталь становится выразительнее, и этим повышается ваш балл, выполненный за задание. Все, наше задание выполнено. А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть эта деталь и правильно ли мы в принципе ее сделали со всеми данными разрезами в 3D программе. И вот мы видим изображение построенной детали, точнее ее первая часть без выреза. Деталька достаточно легкая, представляет что-то типа пьедестала на соревнованиях. Давайте поставим ее в изометрическую проекцию. Здесь мы сейчас видим, до вырезов задняя стенка у нас как бы уходит и прячется за вот этот ближний верхний угол детали. То есть дальше линию мы не рисуем. Когда мы начинаем вырезать, вот, то картина немного изменяется. Мы вырезаем верхний угол. Как мы вырезаем, я уже рассказывал в своих предыдущих видео. Вот параллельные линии остаются параллельны, то есть по закону параллелограмма. То есть противоположные стороны остаются параллельны и равны. Две противоположные стороны параллельны и равны. И здесь точно так же. Задний вырез точно так же. Но вот эта стенка у нас уже становится видимой. И вся сторона идет до конца. Давайте еще немного отрежем. Так как это дано по заданию. Вот теперь у нас наше задание выполнено полностью. Все вырезы представлены. Пирамида достаточно интересная получилась. Вот, надеюсь, она вам понравится. Вот такая вот у нас сегодня получилась фигурка. Достаточно интересная, но и в принципе, сложное. Вот, я надеюсь, вам задание понравилось. Вы смогли представить эту фигурку в голове. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Еще будет много интересных заданий с разбором, с рисованием в 3D программе. Для более полного, более точного представления и развития вашего пространственного воображения. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. До следующих видео.